Так, здесь пленка оборвалась на каком-то моменте, я не знаю, но я вот подсоединил, вот видите, пленку поставил, все это объединил. Теперь вот семья, которая будет сейчас, она небольшая, и что-то с телефоном, и я боюсь, что он может опять отключиться. Я буду быстро показывать, чтобы успеть как можно больше. Вот она, семейка. Это матка молодая, сентябрьская. Но к ней она меньше не стала. Поэтому к ней есть возможность подсадить. И вот смотрите, вот видите, да, щель. 1 сантиметр. Я накрою, чтобы они... Хотя можно делать ничего. Вот так сделаем. Вот 1 сантиметр оставляю, 1 сантиметр оставляю. Здесь я сразу вот сюда положу и вот сюда подложу. Все, здесь все плотно. Значит, вот семья сидит, и теперь ставим второй этаж. Второй этаж. И вот так вот через пленку. Вот видите, пленка ушла туда. Вот она становится. Здесь нет никакой возможности пчеле прийти сюда. Но если вы боитесь, то возьмите тряпку и еще раз можете подстелить тряпку. Я не знаю, в каком улье у меня есть тряпки, но сейчас посмотрю. И нету. Ладно, мне это не обязательно. Я беру пчел и начинаю подкидывать. Так, вот возьму, например, вот эту семью. Хотя она маленькая, вот это побольше. Там, где побольше, у них тепла будет побольше. Поправлю камеру. Ох, она тяжелая. Возьму эту. Тоже тяжелая. Что здесь у нас? Посмотрим. Ай да ладно. Берем. Подставляем. Вот она, семья. И теперь берем. Ставим в противоположное сюда. Начинаем. Замерзшая. Все замерзшее. Так, вот это ставим противоположность. Есть. Замерзшая. Да что ж ты, а? Хотя она не смотрится уж сильно слабой. Рукавицу поправила.
На улице минус один. Для моей пчелы это совершенно никак, ни о чем. Поэтому вот так я работаю с пчелой. Конечно, надо было бы взять все три рамки. Вот, например, вот так вот и берете. Вот, видите, да? Вот так и переносите. Но это не получается. У них довольно-таки корма немало. Вот я беру, начинаю стыковать. Все. Теперь сразу ставлю шапку. Где она, эта шапка? Вот она. Сразу ставлю шапку и вот этих пчел вот она заставная, которая должна быть. Так, теперь никак не подсунуть. Эх, мать вашу, ладно, мы сделаем по-другому. Мы возьмем, вон видите, улей треснутый. Треснутый, и пчела сидела. Так, шапка. Теперь встряхиваем пчелу, она уже кучкуется. Есть, готов. И отсюда встряхиваем пчелу. На то место пчелы тоже возвращаются, но там рядом стоят ули, поэтому они сразу туда зайдут. Поэтому не волнуйтесь, те, кто думает, что... И вот смотрите, те лишние рамки, которые с медом были, вот они, я их сразу беру, разворачиваю. Конечно, надо было бы поставить заставную, но заставной нету. А ее сейчас искать. Это я на следующий улей уже буду подготовить. Хорошо. Сейчас время нету. И теперь смотрите. Вот. Пленку. Ставлю пленку. Как я поставлю пленку? Семья не смотрится слабой. Вот, вот это осталось, видите, да? Щель осталась. Залетел, кусается. Так, все, вот пленку поставил. Теперь беру вот эту ерунду. И ставлю. Так, ставлю не там, где клуб, а рядом. Вот рядом поставил. Видите, щель осталась. Видите, да? Щель остается. Вот это вот все остается вот так. Тряпки нету, ложить ничего не буду. Так что вот она ситуация, когда вы ставите на второй этаж. И обязательно, чтобы вот здесь...
светила дырка. Вот она. Без нее эта семья погибнет, если вы не сделаете дырку. И обратите внимание, здесь надо дырку сделать меньше. Но так как эта семья слабая, если бы была сильная, трогай ничего. Семья слабая, здесь я на 5 сантиметров закрою. Будет 5 сантиметров, вот это и вот это вот. Этого будет хватать, чтобы две семьи спокойно зимовали. Так что, видите, да, вот заставная закрыта. У меня будет возможность, если уж будет тепло, то я сразу этаж весь приподниму, положу тряпку уже основательно везде все и опущу. И это будет уже более-менее 100%. Так что на этом ролике пока-пока, а то вдруг отключится.